Hey, yo, guys, с вами Шенки, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3 Blood Dragon. Так, давайте я сразу соберу, что я здесь могу найти. Я выполню эти две миссии, и как я говорил, по... Как будем идти, я вам рассказал уже, по сути. По сути, я вам все уже рассказал. Поэтому возвращаемся в базу. Беру одну из миссий. Так. Кассета. Цена популярности. Родители Юджина Гибсона решили, что их сын слишком много читает, и отправили его в летний лагерь. Пусть обретет уверенность в себе. Но когда на Юджина и другими такими же тихонькими очкариками начинают издеваться местные тренеры, ребята дают им решительный отпор. Самая смешная комедия про подростков. Окей. Поехали. Путь хищника. Дракон Идина. Рок. Произвести эту пару раз и побыстрее, и все поймет дракон. Идина Рок. Дракон Идина Рок. Идите и убейте его, короче. Дракона. Дракон Иди. Блин, это прикольно, они, конечно, созвучно немного сделали. Хорошо, сделаем это быстренько. Быстренько, красивенько. Потом у нас будет с вами Far Cry. Я не знаю, какой. Либо Primal. Хотя, блин, не, я реально не знаю. Либо четвертый, либо Primal пойдем. Ну, конечно, там у нас же еще другие игрули есть. Много игруль, поверьте. Еще их нужно пройти. Бля, а мне оружие самом... Дружок ты мой, дружок. Ай. Перекусим. Пошел в сраку. Лови. О, я ж могу взять вот эту штуковину. Вау. Держи. Ты что, думаешь, так мне легко убить? Ай, достал. Ну, он достает, но очень хило. Fuck you, fuck you. Ух. Так, а где моя вещица? Еще одна коробка. Здрасте. Вирусная угроза была обнаружена. А. Вирусная угроза была обнаружена. Вот черт. Вирус. Да, народ. Ну, как вы поняли, да, у меня антивирус жжет. Он решил мне, давай я тебе... Бацну, короче, майнер, походу, спамил. Ладно, следующая херь. Путь хищника. Когда вас на трассе подрезает какой-нибудь урод, ему так и хочется что-нибудь отрезать. Знакомое чувство? Пойдите, убейте ветерана Омеги. Стоп, что?
Так, перед тем, пока я не пошел. Так, оружие, так, боезапасы. На самом деле, пулемет хорошая вещь. Он спас меня от одного этого. Как от одного дракона лишь убить смог я с помощью него. Как-то так. Ладно. Ладно. О, дракон это плохо, до свидания, ребят. Помог, чем смог. Чем дальше, тем лучше. Сколько их тут? Этих драконов. Кажется, что тут, блин, одни драконы. Драконы на километры. О, привет. Я за телеком. Где? Блин, он сверху, да? Ладно, попытка номер два. Давай. Сможешь. Я смог. На балку. Раз. Давай. Отлично. Как ты надоел. Отлично. Наконец-то. Тут проход был. Каев. Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Что же ты говорил? Деньги. Я могу в нее зайти и залезть? Блин, жаль. Два ствола получил. Хотя у меня индикатора нет. Они там? Нет. А, охота, точно. Не-не-не, тихо дай. Я лучше вместо тебя возьму. Как раз тут базу можно захватить подалеку. Техник главный. Тихо-тихо, назад. Эх!
Эх, старичок. Вот и все. Готово. Я их могу обсмотреть не... А ну? А, не, приходится. Ладно, видеокарта. Крутое яйцо. Детектива Энди Броско по прозвищу Яйцо подставили, и он вынужден увольняться из продажного полицейского управления. Теперь у него нет выбора, только остряк. Малыш Бенни. Уличный громила, которым Броско когда-то даже засадил за решетку. Может помочь ему восстановить свое доброе имя? Приятели должны разделиться с кучей продажных копов, пока те не разделились с ними. Опа, тихо-тихо, там еще, кажется, что-то было. Телевизоры. Готово. Инфаркт. Инфаркт. Да-да-да. Именно так, как ты сказал. Э, ладно, да, я папку не взял. Не было времени. А чё он не бежит туда? Я знаю, это он туда может забежать. А, дракон с мозгами. Я тебя понял, дружок. На, жри. Надеюсь, на меня не побежит. Умничка. Уничтожь их там. Ты не говоришь, что ты не можешь пройти из-за щита. Так, ладно, вижу проход. Поиск. Есть новая задача. Уничтожьте всех врагов. Щита сделано. Просто на изи. Так, сначала обойду. Так, вижу, куда я могу залезть. Отлично. Ох, ребятки, зря вы там стоите. Тревога. Эго-щиты базы отключены. Тревога. Эго-щиты базы отключены. Так, а теперь я могу здесь побегать. Сигнализация. Задача по-прежнему не выполнена. Ого, они тут роботов мастерят. Готово. Миссия. Изи миссия. Ну так бывает. Так, путь хищника, мощный прицел. Та-та-та-та-та-та-та-та. 40 каких-то метров. Не, давай я лучше через верх. Быстрее. Как быстрее будет. Пицца? Путь хищника, осталось живых 4. Пицца. И здесь пицца.
Так, давайте я сюда потом пойду. Давайте в эту. Черепаха? О, ребят, я знаю, к чему эта отсылочка. Это у нас, походу, на ниндзя черепашек. Воу! Да? Ты, Рафаэль? Это Рафаэль. Один мелкий выстрел. Только холодный. Черепахи. Черепахи, черепахи. Сведения. Дикие животные. Мутанты-черепашки. Если вы всерьез ожидали увидеть ниндзя подростков с кинжалами, подумайте еще раз. Черепаха не удерживает катану даже ради спасения собственной жизни. Вряд ли полезет в канализацию и уж точно не будет общаться там с болтливыми крысами. И если в нее выстрелить, она вряд ли скажет: «Эй, что это за дела?» Кстати, а черепахи вообще какие-нибудь звуки издают, а? Так, вот Арели, знаете, вот ниндзя черепаха. Так, я кассету, да, кажется, подбирал. Приключения Харда Сэвиджа. Это потрясающее приключение из блокбастеров переносит на экраны знаменитого героя комиксов, археолога и звезду рока Хард Сэвиджа. Во время очевидного тура Хард Сэвидж спасает красавицу Далилу Бангкок из лап безжалостного пиратов, замысливших похищение звезду Киви. Вероятные приключения и великая любовь ждут героев на затерянном острове в Новой Зеландии, где они ищут развлечения развалины храма Киви. Так. Животные. Охота на ниндзя черепашек будет у нас называться серия. Так. Уа! Ах ты ж, Микеланджело. Осталось живых черепах. Интересно, учитель Сплинтер здесь будет? Так, остался у нас Леонардо и Донателло. Все под напряжением. Ах ты, Леонардо, хитрый какой. Тут телевизор тоже есть у них. Так, еще остался один. Где же Донателло? А? Так, здесь я был. Тут прохода нету, да? Тихо, тихо, там было что наверху? Нет, показалось. И же Донателло наш. А, Настя, я тоже Микеланджело заберу деньги. Чтоб ты больше пиццу не покупал. Так, а где последний? Остался в живых один. Где? Гаднюки. Этот нас хотел молнией грохнуть. А куда мне идти? Этот молнией хотел грохнуть. Этот бомбой... Ага, все нашел. Тут ли... Нет? Так, вот же. Маленькая лестница. Так, это...
Остался в живых один. Ах ты, гомнюк. О! Ну меня крокодил он натравил. Да что, что? Я знаю, что это твой друг. Слушай. Подожди. Так это Леонардо? Так, заберу оно. И узнаю. Подожди, кто был Донателло? А вот это, кажется, кожеголовый. Или как-то так. Крокодил, друг Донателло. Да? А где учитель? Жалко, что учителя Сплинтера не было. Окей, поехали. Да, переместиться. Ах, вот ниндзя черепашек. Так, теперь опасная охота. Спасение заложников Омега. На борту корабля заложники на борту. Вам нужно попасть на борт. Короче, убить солдата, спасти ученого. Что за дебильные шутки? Достать всех наверх. Достать всех наверх. Наверх, наверх. Наверх, наверх. А, стопы. У нас же крокодилыч. Крокодилыч. Робо-крокодил. Когда ученые увидели, что природа создала козоров-мутантов, они из зависти в ответ напичкали имплантантом крокодилов. Это был отличный, хоть и недальновидный ответ. Секунды три, это было даже смешно. А потом все внезапно осознали, что робокрокодилы — это такой здоровенный плотоядный хрен. Каменные лаборатории записывали эту убойню. И теперь основоположение веселой музыкой — это очень популярное видео. Животные. Так, у меня осталось два странных животных. Один я знаю, где находится, который я достать не могу. Он находится под водой. Это... кат сраный. Телевизор. Ой, тихо, там снайпер. Забраться выше. Вот как он меня там видит? Окей, что делать? Зараза. Ох, и главное, хер отвлечешь. Там снизу кто-то орёт.
чего я наверху? Защитите заложника, пока его насмерть не пристрелили. Все. Подойди на минутку, а? Благодарю тебя от лица мировой науки. Все, отлично. Ух. Я уже подумал, что все ГГ. Подумал, все ГГ. Так, все, остается у нас три поста и миссии. В принципе, потом сборка. Поехали. А, давайте посмотрю, что мне дает новый уровень. У меня 20-й. Получите дополнительную ячейку, если вы используете быстрая перезарядка пистолета и снайперской винтовки, нажав... Так, получите дополнительную ячейку из рыбы, вытащите чеку из гранаты на поясе врага и оттолкните. Это фигня. Получите ячейку, достаточно повреждение ячейки здоровья, регенерирую 70 быстрее. Получите дополнительную ячейку, получите на 50 меньше повреждений от взрывов. Получите меньше повреждений при нападении животных. Врагам будет сложнее сбить вас на... Украдите у врага пистолет. Фигня, вы сможете поставить стрелы из колчана. Фигня. 3. Модификация позволяет броню. Получать на 50 больше урона. Получайте на 50 меньше повреждений от огня. Тихо. Опасно, опасно, опасно. Акулки меня сожрут заживо. Поехали. Можно на сушу подняться. Проплыву, короче, остров вокруг. Найду хороший подъемчик. Если он тут есть, то, конечно, я сомневаюсь, но здесь должен быть, с этой стороны. Так, ладно, давайте думать. Делаю зачистку, сохраняюсь, выхожу. Пускай пуляет, пускай стреляет, пускай стреляет. Да. Я смотался. Поиск. Есть новая задача. Чтобы продолжить, уничтожьте противника. Без проблем. Тихо, тихо, тихо. Чем тут такое большое помещение? На самом деле огромное. Это слово, что оно большое. Огромяное. Куда идет? Если да, то нужно его сразу зарезать. Зарезать будет этого. Ладно, начнем тогда с этого приятеля.
Понял. Есть. Я почти спалили. Где снайпер, чертов? Чертов снайпер. Я произвел фурор. Теперь нужно их быстро всех грохать. Фастом, фастом, фастом. Минус. Как обмануть здоровяка? Просто изи. Обманул, убил. GG. Что здесь у нас? Путь хищника. Киберакула. Это суперакула. Ее зовут Броди. Она смеется над гулями. Ну, у нее есть слабое место. Убейте ее. Давайте попозже. Поэтому давайте, в принципе, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.